Брестский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина распахнул свои двери для участников 4-й международной научно-практической конференции. В этом году она приурочена к красивой дате – тысячелетию Бреста, потому так объяснимо большое количество заявок на участие. Эта конференция, которая проводится в нашем университете уже в 4-й раз, называется она «Актуальные проблемы наук о Земле». И собирает каждый раз все большее и большее количество людей. Посвящена она проблемам геологии, географии, экологии, природопользования. Ну а не провести ее в год тысячелетия Бреста, это было бы непростительно. Тем более, что те люди, которые приезжают сюда, как правило, приезжают сюда второй, некоторые третий раз, привозят своих коллег. И каждый следующий раз эта конференция собирает все большее и большее количество друзей, единомышленников. Конференция собрала в одном месте единомышленников из России, Беларуси, Украины, Польши и других стран. Как отметила ректор Пушкинского университета Анна Николаевна Сендер, единомышленники – это не те, кто думает одинаково, а те, кто думает об одном. Новые открытия рождаются на стыке наук. Это приятно, что как раз здесь собираются ученые различного профиля. Я надеюсь, конференция будет иметь определенный успех, и надеюсь, что 4-я конференция – это не последняя конференция в вашем городе. Проблемы сохранения окружающей среды, актуальные темы геологии, природопользования и природообустройства, состояние, динамика и прогноз дальнейшей судьбы водных ресурсов, взаимодействие ученых из разных стран по вопросам геологии, географии и экологии – множество направлений обсуждали на конференции, но кроме вопросов о сохранении и охране нашей земли, участники говорили и о Бресте. Я здесь был, наверное, где-то 30 или 35 лет тому назад. И я не узнал этот город, не узнал вот такие парки, памятники, дорожки, подстриженные, все ухоженное, прекрасно. Я думаю, что это не только заслуга руководства города, но и людей, которые здесь живут, которые следят за чистотой и за порядком в городе. Есть уверенность, что такие хорошие отзывы будут и дальше звучать из уст гостей нашего города, а организаторы конференции отмечают, что подобные мероприятия – это не только повод собраться и обсудить особо важные вопросы, но и встретиться с коллегами, которые давно стали хорошими друзьями.